Депутаты Российской Госдумы вручили благодарственные письма активным участникам предвыборной кампании. Церемония прошла в Бендерском парке Александра Невского накануне Дня народного единства. Это уже второй приезд представителей партии «Единая Россия» в нашу республику. Первый был в сентябре, накануне выборов. Общественная приемная, которую открыли в Бендерах 2 месяца назад, продолжает работать, решая наболевшие проблемы приднестровских россиян. Программа нынешнего рабочего визита депутатов Госдумы насыщенная. Накануне они побывали в обществе слепых. После встретились с президентом республики. Конечно, эмоциональная составляющая. Я уже говорила в прошлый раз, когда мы были в предвыборную кампанию, мы влюбились в этот край. Нам очень импонирует ваша любовь к истории всей республики, к истории отдельных городов. И очень символично, что в преддверии очень важного праздника Дня народного единства у нас сегодня с Андреем Юрьевичем есть возможность еще раз поблагодарить вас за ту поддержку, которую вы оказали нам в период предвыборной кампании. И нам очень хочется, чтобы эти годы были направлены на дальнейшее развитие Приднестровья, Калининградской области. Спасибо вам большое за активное участие в выборах. Это позволило нам иметь 3 представителей и Приднестровской земли, и Калининградской области в Государственной Думе. Сергей Иванович Неверов своим весом зампредседателя Государственной Думы будет объединять наши записки, мысли в едином ключе, и я думаю, это будет полновесней. Спасибо вам большое, с наступающим праздником. Всем, кто принимал активное участие в организации выборов, в Госдуму вручили благодарственные письма от партии «Единая Россия». Среди них руководители предприятий, организации, депутаты Верховного и городского советов, представители госадминистрации Бендер.